Владимир Чиповой – писатель, бизнесмен, автор книг и социальных проектов, посвященных успеху и счастью. В 2011 году была издана самая известная на сегодняшний момент книга Владимира «Перекресток». Именно о ней нам расскажет Мария Кудряшова. Эта книга попалась мне несколько лет назад в поисковике, в очень непростой для меня период, когда моя жизнь разделилась на до и после. И я искала что-то, что могло бы мне прожить тот момент. И, в общем-то, я не ошиблась в своем выборе. И эта книга на тот момент мне очень помогла. Да и по сей день я ее, в общем-то, перечитываю. Книга «Перекресток» написана в форме художественного произведения, в которой главный герой имеет возможность посмотреть на свою жизнь со стороны. Клим, так зовут главного героя, молодой, успешный владелец строительной компании. Он живет радостно и легко, несмотря на ежедневный труд. И вот Клим узнает от своего доктора, что серьезно болен, у него злокачественная опухоль мозга. И, в общем-то, шансов на выздоровление у него не так и много. В книге описываются его мысли, чувства, его страх, который он испытывает на тот момент. У Клима возникают вопросы, а что теперь, кому все это достанется, и его фирма, и накопленный капитал, и его успех. И он понимает, что все это сейчас не важно, и не хватает чего-то очень главного, ради чего и стоило бы жить, и теперь уже бороться за свою жизнь. И вот в состоянии ухудшения своего здоровья, а потом и во сне, Климу является ангел-хранитель в различных образах. И этот ангел-хранитель, которого зовут Гел, он не дает опустить Климу руки и помогает ему найти ответы на его вопросы. Они беседуют о счастье, о вере, о выборе. Гел возвращает Климу в те моменты жизни, где Климу когда-то приходилось сделать выбор, который, собственно, и влиял на его последующую жизнь. Казалось бы, зачем, все равно ничего не изменить. Так думала Клим. Но Гел отвечал, что да, ситуацию, конечно же, не изменить, но вот пересмотреть отношение к ней вполне реально. И тогда прошлое будет в помощь настоящему и существенно повлияет на светлое будущее. И вот Клим проживает заново все свои перекрестки, все свои судьбоносные моменты, избавляясь от обид, приобретая веру, прислушиваясь к своим чувствам. И к Климу приходит осознание смысла жизни, осознание, что такое счастье. И он понимает, что смысл жизни, собственно, заключается в том, чтобы быть счастливым. И после прохождения последнего перекрестка под названием «Любовь» Клим испытывает чувство умиротворения и ни с чем не сравнимого счастья. И, читая книгу, проживая вместе с главным героем все его судьбоносные моменты, все его перекрестки, видя, как он меняет свое отношение ко многим вещам, невольно пересматривавший свою жизнь и свои важные моменты жизни, книга читается легко и быстро. И я считаю, что она подойдет людям всех возрастов и подрастающему поколению, у кого только начинает зарождаться дружба, настоящая любовь, выстраиваются внутрисемейные отношения, тому, кто стоит перед выбором своего жизненного пути, людям среднего и старшего возраста. Кого-то эта книга успокоит, кто-то найдет в ней какие-то ответы на свои вопросы. А кто-то вообще решится на существенную перемену своей жизни. Книга дает осознание того, что вся наша жизнь зависит от нас. И то решение или выбор, который мы делаем, имеет свои последствия. Жизнь – это неограниченное количество перекрестков, на каждом из которых человек неизменно сталкивается с выбором, в какую сторону свернуть и по какой дороге продолжить свой путь. Это поистине судьбоносный момент, который очень важно не пропустить и принять правильное решение. От него будет зависеть вся дальнейшая жизнь. Перекресток не случайно является олицетворением человеческих страхов и надежд. Это как краткая остановка перед началом нового пути. Владимир Чиповой, «Перекресток», рекомендую.